Саран-саран, с вами Риран, ребятки, Эйти сегодня у нас в гостях, можно так сказать. С Айвиками будем время проводить с мальчишками, ссылочку на оригинал видео оставлю в описании. Чаще всего вы мне присылаете по Эйти с кучей-кучей субтитров, просто полностью ролики на субтитрах. Но этот я так пролистала, вроде бы нет, но это не точно. А давайте, в общем-то, посмотрим, спасибо, что присылаете мне видосики, погнали! О! Это же стоматологическая штука. А как так можно позарядовать? Шипши. Ну почти, почти. Блин, я хочу как-нибудь посмотреть целиком эти программы. Ну, наверное, сама. О, такой. Короче, когда играют Хай Бай Бо, они так быстро соображают, типа, кто победил, кто нет. Я так не умею быстро, я даже не до конца понимаю, что там у них происходит. А, так миленько. Ой, я тоже! Это про меня! Я тебя понимаю, чувак, боже! И все. Послушайте, послушайте. Это так мило. Ну чё они ржут? Боже, я себя чувствую точно так же, как он. А всё это какой-то фрукт был, да, нет? Мне нравится вот этот котик, который с бантиком. Его прикид, в смысле, нравится. Это балет мне. Ой, нет. Это мелодрамка. Мелодрамка уже какая-то, у Сана такие глаза. Боже мой! Ой, хат-хат-хат. Нет, не показалось ли он, говорю, горячо-горячо. Блин, ну тут опять нажал на английский, ребята! Почему сойти столько видосов именно с английскими субтитрами? Я люблю тебя тоже. Мне вначале показалось, что они файл поют. А, все, забудьте, забудьте такой. Что-то поломал его. Да? Это шо? Ой, такая фотка, ботки голубые, глаза сделали. Кенгуру? Такое выражение лица. Они пытаются его рассмешить, да? Пытались. Может быть, субтитры были, ребята? Я что-то не глянула. Я с этой программы пересмотрела всякие разные эти фокусы с Саном. Столько пересмотрела, капец. И столько раз пересмотрела вот там вот. Что? Пытка номер два. Что происходит? Ну вообще не ржут. Там все ржут, а ему не смешно. Блин, они такие прикольные. Озвучка просто. Ого, ничего себе.
Был. Но это горилла. Вау, ты можешь сказать, что 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 ты можешь Блин, он заржет сегодня или нет? Ой, я видела маленькую улыбочку, я ее видела. О, сушняшки начали, сушняшки. Что это? А, это с закрытыми глазами. Господи, ну и прицельно попадали, посмотрите, как остальные ржут. Я поглядываю, чтобы у меня ошибка карта памяти не случалась, ребят. Не может ли стать? Ты такая же, когда в супермаркете покупаешь какие-то овощи, думаешь, так, нужно еще пакетик взять, и пытаешься его открыть, а ты уже одел перчатку, чтобы накладывать овощ. Короче, это было очень мило, но самого юмора я не въехала. Черепаха? Это была черепаха? Нет, нет, нет. М2 карты часто гадаю? М2! Айдолы в повязках на глаз. Отдельный вид искусства уже. Апа! 이렇게 해주시잖아요. 근데 어디까지 풀라고? 네, 우영아 여기까지 잠그자 이런. 잠그라고. 아 저기는 풀면 안 돼. Ну поломал чуть-чуть, ну бывает, господи. Это тот, который у нас не улыбается, да? Такое было многообещающее начало. Боже, ребята, я боюсь даже предполагать, что происходит. А он еще опять тоже с закрытыми глазами. Нет, он, конечно, очень красавчик. Очень при очень красавчик. Я боялся, но у него такая внешность интересная. Вау, beautiful. А, я это видела. Да, правда. Попал между нами. Победа. Ну кусает, что ли? Я, короче, не совсем понимаю смысл вот этих их игрулек, что там у них происходит. Вижу, что глаза завязаны. Да? Детектор уже. Но тут надо понимать, типа, ребята, зачем вы мне видосы с субтитрами шлете? Я надеюсь, что в этот раз будет чё? И тени, зайки, кто присылает мне такие видосики, вам реально интересно со мной смотреть, когда я тупо сижу и ничего не понимаю.
видео, я полностью этот выпуск. Так описал. Мне кажется, мы с вами смотрели это. Или не снимем это, смотрим. А, не, мы с ними не смотрели этот выпуск, я сама смотрела. Наверное. Опа. Он просто тупо услышал, что кто-то распустит. Все, закончилось. Кстати, быстрее видос закончился, чем я ожидала. А некоторые моменты очень прикольно. Вообще, сама подборка тоже прикольная. Что там? Это на самом деле. Ну, ребята, ладно, все, не буду ныть. Просто знаете, пожалуйста, что-нибудь поменьше, чем с субтитрами Сан. А, все больше, больше, больше. Мое сердечко рвется к этому мембру в группе. Так что, Хонджун, конкурент у тебя появился. Но это еще не точно. Я все еще жду тот момент, когда я познакомлюсь с ребятами поближе. Но с другой стороны, я периодически так или иначе на YouTube попадаю на их видосы и беру их, смотрю, 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 засматриваю. Поэтому вот да, у меня получается такое постепенное проникновение в фан-клуб. Ладненько, пишите свои отзывы в комментариях, присылайте мне еще ссылочки на видосы здесь, прям в комментариях кидайте ссылочки. И все, с вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.